И всем привет, дорогие друзья, с вами Лов. И сегодня мы поиграем в Mass Effect. В первую часть мы поиграем с вами, очень старая игрушка, и я подумал, почему бы нет? Поехали. А, ну что ж, в общем, нажимаем новая игра. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Requested. Establishing secure connection. Установка безопасного соединения. Secure connection confirmed. Установлено. Джон Шепард. Изменим только имя. Зовусь я Валера. Profile reconstruction complete. Identification confirmed. Средний только отряд, нормально использовать. Давайте субтитры включим, сохранение, поехали. А собственно где-то, наверное, минут 20 мы поиграем в эту игрушку. Well, what about Shepard? Не спорь, для нее это мало. No record of his family. Doesn't have one. He was raised on the streets. Learned to look out for himself. He saw his whole unit die on a coup. He could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. The Arcturus Prime relay is in range, initiating transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. All stations secure for transit. Board is green. Approach run has begun. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihlus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Why? Ой, сложно отставить разговор. That's enough. You're soldiers. Act like it. Sorry, Commander. Joker. Yeah. Status report. Just cleared the mass relay. Окей. В общем, вот и начинается игровой процесс. Господи, я... Она красивая и... Ну вот этот вот... Motion blur мне не нравится. Скорее всего, можно вырубить, но ладно. Так. А насчет Mass Effect, я хотел скачать полную русификацию, то есть, чтобы она была полностью на русском, но, к сожалению, я не смог этого сделать. Не смог этого сделать. О! У нас упал FPS, ура, он опять ушел наверх.
Воу. Итак, в общем, минут 10. И как это все убрать? Собственно, 10 минут мы 10 минут мы потратили на заставку и прочее. Я научился ориентироваться в карте. Я совершенно не знаю, что будет происходить в этой игре. Какой же убогий прицел. Господи, какая ужасная АВП. Нажмите левую клавишу, чтобы выглянуть и приблизить. Топчик. Ой! Шо-цаки я сделала? Очень странно работает в этой игре камера. Собственно, это вот то, что мне не очень нравится, но так она вроде круто выглядит, да и... Ну, в общем, пока интересно. Я знаю, что этой игре куча лет. Ну, бегает быстро, кстати. Берем пока все, что можно, потом уже будем всякой хренью заниматься. Ручное управление. А что делать-то? А, все, понял. О, топовая игрушка. Вот это мне нравится. На мой взгляд, очень странно мы поступили. Почему мы не взяли их с собой, то есть не отвели их на наш корабль. Оставляем их здесь умирать. Может, конечно, это и можно сделать, но не суть. По мэпу нам нашли железнодорожную станцию. До нее, короче... До нее доберемся, и я думаю, на этом закончим. Потому что... Ролик получается уже на полчаса, но не знаю, сколько он у вас выйдет в конечном монтаже. Собственно, сейв произошел. Неудобное управление вообще. Нажимать на стрелки во время игры на клаве с мышкой, это, конечно, не кайф. Да чё это такое? А, это я им оружие могу менять. Вот оно шо. Чё, Кайден сдох, что ли? Топ вообще просто. Вообще топ из World. О, Кайден ожил. Топ. Я бы не назвал это поездом, я бы назвал это просто дорогой. Они так приехали эпично. Стоять. Ну, собственно, все. Я на этом заканчиваю, потому что, ну... Круто. Игра, на самом деле, захватывающая, впечатляющая. И это только начало. Я думаю, я пройду ее. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Посмотрим, будут ли потом еще раз с вебкой. Может быть, будет без вебки. Уже как пойдет. Собственно, на этом все. А с вами был Волдов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, и пока. Собственно, не играл я в эту игру. Нет, по-моему, играл чуть-чуть давным-давно. Скорее всего, в тот момент я просто до нее еще не дорос. Сейчас я знаю, дорос или нет. Что такое идиотизм? Это когда ты записываешь видосик, а потом ты понимаешь, что ты забыл записывать весь геймплей, и геймплей не пишется, а пишется только звук. И ты такой, ну ё-моё. Это хорошо, что я сейчас вспомнил в начале видоса. Немсы, всего 59 рублей. 9 штук, немесы. В общем, это трэш. Надо одни вещи убирать, другие вещи ставить. Такой веселуха.
Прям такой веселуха, что пипец, мама не горит. Вот просто иди и умирай.